Минасан, конничава. Приветствую всех уважаемых зрителей и подписчиков канала Японский Шадашана. Сегодня 42-й урок, и мы, как всегда, не будем останавливаться на словаре. Единственное, я хочу прояснить один момент, связанный с названием месяца. Допустим, ичидяц, январь, нидяц, февраль. Мы просто вставляем число, просто ичнисан, и он до 10, и дяц, это будет месяц, допустим, февраль, нидяц, март, сангяц, апрель, щидяц, и так далее. Вот. Сегодня мы разберем, как сказать действие вместе с кем-то. Допустим, вы идете с кем-то куда-то, и вы об этом хотите сообщить. Тогда используется то. Допустим, каноджи то, Москва и кимас. Я поеду с девушкой в Москву. То мадачи то, ходуаца не кимашта. Я приехал ходуаца с другом. И как вы можете заметить, но используется только с одушевленными. То. Но может также использоваться с животными. Поэтому всем большое спасибо. Удачи. Придумайте свой пример, пожалуйста, в комментариях.